Мягкие сыры отличаются от твердых тем, что действительно консистенция более нежная, мягкая. Эти сыры при выработке не подвергаются процессу созревания на заводах, потому что твердые сыры где-то 2-3 месяца созревают, микрофлора развивается, специфический вкус приобретает этот продукт, а в мягких сырах этого процесса нет. В крупном алматинском супермаркете мы приобрели 7 образцов мягких сыров. Конечно, там их было гораздо больше, но мы остановились на двух видах – моцарелла и сулугуни. Моцарелла – молодой итальянский сыр. Классическая моцарелла производится из молока черных буйволиц. Однако мы такой в магазине не нашли. Все образцы были из молока коровьего. Традиционно этот сыр продают в виде белых шариков, замоченных в рассоле. Первый образец именно таким и был. Вот первым образцом был сыр моцарелла жирностью 30%, производитель Италия. И нужно сказать, что вот европейцы в США, у них несколько иная технология и менее выраженный сырный вкус против той, что мы вырабатываем по классической технологии. И вот образец был чистый вкус, замечаний особых не было, но вот выраженного сырного кисломолочного вкуса не было, не присутствовало. Сам сыр, когда начинаешь его на вкус пробовать, он совершенно пустой. Непонятно, вообще никакого нет кисломолочного вкуса. Это претензии к производителю, но были и к магазину. И если смотреть вот по маркировке, да, вот они сверху наклеили стикер, его просто так без лупы в любом случае не прочитаешь. Магазин продал этот сыр уже с просроченным сроком годности. Дата выработки 18 мая, а срок конечного срока годности 16 июня. Получается, 2 дня назад как бы закончился. Общий балл 68,6 из 100. И второе место в дегустации сыров моцарелла. Второй образец – моцарелла жирностью 40%, без рассола. Производство – Дания. Второй вот образец – моцарелла 40% жирности. Фактически в нем был привкус прогорклого жира. Значит, или сырье использовалось какое-то некачественное, или все-таки нарушались технологические режимы. Этот образец набрал 59 баллов и занял 3-е место из 4 образцов. Моцарелла номер 3, 40% жирности, производство «Агропродукт», Казахстан. 3-й образец моцареллы был, вот из всех, которые вот мы пробовали, он был самый лучший. Он набрал 80,6 баллов и занял 1-е место в дегустации сыров моцарелла. Но, увы, его вкус тоже далек от идеального. Не сказать, что отличный тоже был, но все-таки годен к реализации. Моцарелла номер 4, производство «Литва». Прогорклый, мажущая консистенция, в общем, вкус для него не характерный. Пустой вкус, такой нехарактерный, больше походит на обезжиренный какой-то сыр. Этот сыр был нарезан и расфасован в магазине. Информации на упаковке ноль. Делает магазин нарезку, он пишет «сыр моцарелла». Вообще, кто является изготовителем, непонятно. Значит, 15.06.13 – это дата упаковки. А когда этот сыр был изготовлен, какой у него срок годности, тоже потребитель не знает. Информацию о продукте потребители могут получить только со слов продавца. А насколько она верна, неизвестно. Попросили мы сертификат соответствия. Хотя продавцы обязаны сертификат соответствия. Любой потребитель, когда приходит, они обязаны предоставить потребителю сертификат. Они сказали, у нас на руках сертификата нету. Если вам нужен сертификат соответствия, пожалуйста, пройдите в администрацию. Но в администрацию не всегда каждый потребитель пойдет. После дегустации моцареллы эксперты начали оценку сулугуни. Сулугуни еще отличается от моцареллы тем, что белок он подвергается еще подогреву. И за счет этого получается консистенция такая слоистая. Сыры были также обезличены. Эксперты имели дело с пронумерованными образцами. Номер 5. Сулугуни из Южно-Казахстанской области. Закусон. Плетеный, вот этот вообще непонятный даже, никакого отношения к сулугуни он не имеет. Ни по вкусу, ни по консистенции. Излишне соленый вот этот, совершенно, можно сказать, непригодный в пищу. Но не надо называть, если какой-то сыр они свой выработали, технологию свою, значит, тем более, что это по стандарту организации может быть выработан продукт. Но не надо называть сулугуни. Есть у экспертов серьезное замечание к маркировке этого продукта. Якобы надо его хранить при температуре от 4 градусов, от плюс 4 до 20 градусов. Вообще такого нет нигде. Потому что обычно или в холодильнике хранится продукция, или вне холодильника.
И тем более здесь указывается стандарт Республики Казахстан, как вот этот вот стандарт, в котором они определенные, значит, сроки годности тут указываются. Поэтому это такое нарушение грубое, я считаю. И непонятно, кто, какая организация им сертифицировала этот продукт для того, чтобы он оказался на прилавке. Этот сыр эксперты решили не оценивать и единогласно сняли с дегустации. Номер 6. Сулугуни из Бишкека. Этот образец побоялись пробовать. Этот образец, значит, Бишкек. Со слов продавца, значит, это Бишкек. Вот смотрите, даже он весь с какими-то посторонними включениями. Вот она грязь. И когда мы начинаем смотреть, вот, и когда начинаешь его... Даже вот на запах это полностью уже испорченный продукт. Вообще, как можно было вот такой вот продукт вообще предлагать потребителям? Видно было, что он испорченный, с пятнами, слоится вот так вот уже. Цвет такой уже специфический, запах имеет. Короче говоря, его сразу же сняли с дегустации. И тот, и другой продукт. Здесь мне хотелось бы сказать, что мы даже не поняли, кто производитель этого сыра, потому что упакован был уже в магазине и куплен именно вот в таком виде, в этой упаковке. Значит, в этой упаковке ничего не указано, не сказано о том, когда он, до какого срока можно его хранить, при каких условиях. И те продавцы, которые продавали этот, реализовывали этот продукт, тоже грубо нарушили правила реализации скоропортящейся продукции. Седьмой образец. Сулугуни агропродукт. Посторонний вкус, не характерный для сулугуни аромат. 80 баллов из 100.